Меня зовут Яна Маминова. Я из Казахстана. Живу я в городе Астана. Мне 45 лет. Образование мое высшее юридическое. Еще в школе я увлекалась рисованием. У меня всегда было богатое воображение, которое, будучи в декрете в начале 2000-х годов, помогало мне заниматься творчеством с моими детьми. Постепенно это все переросло из хобби в профессиональное обучение. Онлайн-курсы рисования для повышения навыков и посещение мастер-классов у художников. И я попробовала писать маслом, акварелью, пастелью, но предпочтение отдала все-таки акрилу. Последние годы работаю в смешанной технике, применяя различные виды декоративно-прикладного искусства. От росписи предметов, картин, одежды до выкладки мозаики есть работы с применением текстурной пасты. На данный момент я прохожу обучение на платформе Skillbox, и моя будущая профессия – художник-иллюстратор. Идеи для моих работ я беру в наблюдение жизни вокруг себя, используя все свои знания. Я стараюсь показать наблюдателю то, что он может видеть каждый день, и то, что он не видит. Данная картина предоставлена вашему вниманию под названием «Космические фантазии». Выполнена она на холсте, акрил, с применением текстурной пасты и других смешанных стилей. Сочетая в них все самое лучшее, в этой картине я стремилась создать ощущение спокойствия и душевного равновесия, отражая мои мысли и эмоции, мой внутренний мир. Эти яркие, сочные цвета должны положительно повлиять на вашу энергию. Надеюсь, моя работа принесет вам много приятных эмоций и ощущений. Благодарю вас за внимание.